Данный видеоматериал является запоздавшей первоапрельской шуткой. Персонаж в нем выдуманный, а все совпадения с реально существующими именами, событиями и людьми случайны. Приятного просмотра. Привет, консольные цари и ПК-шные чмыри! Ой, чё-то картинка нечёткая. Сейчас включу режим качества. Ну вот, так-то лучше. Только не забудьте представить, что тут 60 FPS. А ещё надо сесть поближе. Окей, можно начинать. Меня зовут Билли, и сегодня, пока отчим 1 и отчим 2 на работе, я расскажу вам про мою самую любимую пушку в невероятном Battlefield 2042. Вообще, отчимы обычно забирают с собой соски от геймпада, когда уходят, но я заказал на иракском сайте 0.IQ свои собственные соски, и теперь могу играть. Пока их нет. Короче, вот моя любимая пушка в BF-2043. Она называется... А мы таких букв не проходили. Червяк, птичка К, ЧПК. Это оружие относится к классу ДМР. Длинное, мощное ружье. Вот, длинное, мощное ружье. Она почти всегда убивает с двух попаданий и стреляет очень быстро. Я еле-еле успеваю взять чипсину между выстрелами. В расширенном, как мое очко после этих выходных, в магазине 15 пуль, плюс одна в стволе, итого 17 пуль. Это очень много. Если хорошо пострелять, можно убить врага с одного магазина. Сейчас я вам покажу. Да почему двери такие узкие? Как в них пройти-то? Ой, мне кажется, геймпадик не помогает. Секунду. Говорят, помощь в прицеливании делает все за меня, но это не так. Я играю сам! Блин, чипсы кончились. Схожу на кухню за новой пачкой. Наконец-то свалил. Кожаная бездна. Хоть пару секунд не будет меня мацать. Ой, бля. Ну вот, убили. Ну и пофиг, вернусь в бой на вертолете. Правда, он очень слабый, и на нем сложно летать. Лучше бы его вообще убрали. Ладно, долететь до места сойдет. О, кстати, мы были в похожем месте с отчимами на шашлыках и играли там в прятки. Отчимы так хорошо спрятались, я 2 дня не мог их найти. Повезло, что ветер принес запах потертого геймпада, и я сумел вернуться домой. Отчимы так обрадовались, когда я вернулся. Они даже расплакались от счастья и выпили 2 бутылки водки, не чокаясь. Блин, опять я отвлекся. Вообще, учителя в школе говорят, что у меня в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Вечером я пришел домой и спросил у отчима 2, что это значит. Он мне показал, но потом пришлось выковыривать ужин из уха. Чуть голодным не остался. Мелкое уебище дома. Ой, это отчимы пришли. Побегу чистить зубы. У меня сегодня на ужин опять 2 сосисы. В общем, котятки, играйте в Battlefield 2045 и помните, стик в руке, дик в очке, ой, не то иначе, джойстик и диван. Так играет консольный титан. Покеда!